Точно. Все. Почти. Почти. А давай вот знаешь, что сделаем? Я хочу Ладе поставить по линии А. А, в Все. смысле, давай H4, потом ладья H4, ладья A3, да. Есть. Так, кстати, один человек играет в классику. Серьезно? Да, и была партия, когда он выиграл 2350. Так, это... H5, значит, H5. Усиливаем этот план. Сколько он выиграл? Не дают. Он выиграл 2, Е4. Кстати, блин, после Е4 плохая позиция получилась. Вот смотри, теперь мы переместили. Все, ладно. Видишь, теперь мы Все, после сыграем этой сюда. перемещения, я думаю, можно смело отдавать мне мув. После этого Мы перемещения. тактично отошли. Да, и... Нет, еще не все, наверное. Да уже, по-моему, вполне. Ну, Даже занимайся. Е3 или C3 войти не можем. Занимайся. Давай. Как у тебя жизнь-то? Отлично вообще. А почему не играть отличной позиции? Ты только сейчас получил. Действительно, почему не играть? Чё считаешь? Я что считаю? Да. Ничего. Ферзь F6, наверное, надо ходить, нет? Я боюсь, что партия закончится на этом. А нет, все-таки он играет. C3. В чем идея? B3, что ли? Ну так... После B3 мы просто две фигуры съедем. Знаешь, Михаил, мне кажется, с этим соперником можно много партий сыграть подряд. Сейчас, если он проиграет, он начнет отыгрываться. Рубрика «Камбэк» будет продолжаться. Сказал это таким унылым и печальным тоном. Понятно, что тебе очень хочется спать. Да, 2.57 дают о себе знать. Поэтому так тонко напали где-нибудь, когда на А6. Ну да, кстати. А вот. Наверное, да, пока сдаем все-таки. Не хочется. Если бы ладьи не съели бы так своеобразно, то вообще белый было бы уже нормально. Слонов надо как-то развить, а как? Это самое главное, ладью одну выкроить хотя бы на линию уже и сразу полегчает. Так, ну CD, наверное, нельзя играть, да? А может быть C5, чтобы он не вскрыл линию, да? C5. Аж довольно идейно. Ну, слабо, конечно, но идейно. Ну, чтобы линия просто не вскрыла, все. Ты так хорошо чувствуешь психологию. А теперь, кстати, да. А почему не играть-то? Вопрос у меня такой возник. Делайте ваши ставки. Напишут там что-нибудь в чат или нет. Давай следующий повтор. Интересно, придет ли от него вызов? Я думаю, нет. Но всем спасибо за... А. Нет, играет, играет. Так, тогда теперь чем-нибудь поинтереснее. А давай ту же идея. Ну хорошо, давай. Вот. Ладья H6, ну, хорошо. H4, кстати, грамотный позиционный ход. Скорее всего, первая линия компьютера. На полном серьезе, Так, наверное. здесь так. А зачем? А, B5, понятно. Так. Только теперь ладья туда не переходит. Просто к другим планам переходить. Давай G5. Давай. Расширенный фианкет. И Е5. Разрываем центр. Такая жесть. А. Смотри. Погнали, погнали. Смотри, сейчас как белые развалятся быстро. Вот оно. Ну, конь Е7 такой. Конь пьяный на Е5. Коня на Е5 повели. То есть абсолютно без разницы, сколько на это тратится темпов. Ну, конечно. Нам нужно хоть одно опорное поле. Ой, прям под конь E5. Под D4. О, вот так. Под D6. Смотри, как все держится. Крепко. Пока он еще держится, да, но уже близко к этому. Надо играть только ферзь F3, видимо. А, Ферзь по. F4. Так, завис уже на D3. С ферзь F4 есть такой любопытный ход ладья A7. А, ну он все зевнул.
Так, и чё? Уже лишний конь. Там Еще слоп. на c1 завис. Ну да, ну, сейчас он и тенда его. Непонятно, за счет чего. Ух ты. Конь опять пришел на e5. Другого коня лучше. Этот конь и так не пост. Соперник уверенно отдает нам темпы. Ладьи. Позиция. Надо сдаться, наверное, уже. Мы сделали рокировку этой партии, кто бы мог подумать. Первая рокировка в рубрике «Спаси позицию». А почему не надо? Ух ты. Давай, ба, ба, ба. Что ты думаешь? Не хочет ба, ну ладно. Как нам вот к этому коня с d4 убрать? Сейчас конь g4, план. Проходит, видимо. Конь g4. Как Джаба вот тут видел, с кем он тут играл? Ну, даже Джабави далеко до такого. Ужас. Так, ну будет еще у нас тогда партия? Думаю, будет. Я думаю, нет. Не, будет, будет. Через 15 секунд. Ух ты. Меньше. Больше. Нет, это видишь? Это... Вот новое. Та же идея. Ну, как-то не оригинально. Давай что-нибудь другое. Ладно. Давай c3, конь a3, конь c2, f3, конь h4, конь f2. Сейчас знаешь, что сделаем? Мы поведем... Он что-то не хочет. А, смотри, я придумал. Смотри, конь c3, конь a2. Да-да-да. У нас... Потом d3, d3, смотри. d3, слон d2, конь c1. А может вот так вот? Не-не, слон d2, конь c1, вот именно так. Я покажу идею, смотри. Сейчас он будет играть. А мы играем конь c1, потом ладья b1, конь b1, конь b3, ладья конь a1. А, вот. Перемещение фигур. Конь a1 это слишком сильная фигура, он не удержит такую позицию. Конь a1. Да. Ну надо еще слону только на c1 не забыть вернуть, потому что на первой горизонтали у фигур наибольшая потенциальная энергия. И короля на е2. Не-не-не, все должно быть на первой. Жалко пешки или назад. Так, ну... Мне понравился дебют. Немножко не идеальным поставили фигуры, да? Ну, занимайся. Придется, видишь, убирать с первой, это, конечно... Мы для шахмат Фишера выставляли. Конечно, принципиально неверно, но... Придется убирать. И вот тут вот все-таки c1, да. Сильнейшее продолжение. Да, и теперь мы внезапно подрываем центр. Теперь никого не ожидает. Он в отчаянии отдает нам фигуры. Слушай, вот люди будут смотреть, не где-то ниже, ну 100 баллов подумают, что это подстава, что... Никто ничего не подумает, смотри, король на c2 идет. Сильно. Убежали. Обратите внимание, пока слон на d6, нам не проходит ферзь d3 с матом. Поэтому король успевает занять идеальную позицию. Отнимающую последнее поле у своего коня. Кстати, смотри, теперь все три наши фигуры практически не играют. То есть, только ни у кого нет ни одного поля. Посмотри. Хорошо, потому придется, видимо, нарушить эту идею. Конь b3, ладья a1, король b1. О, такой план. Идеи в шахматной партии. Да. Кстати, он тоже уродует свою фигуру. Например, слон на d6. Я бы сказал. Ты неудачно, по слону e6 попадаем. Что же делать? Нужна оригинальная идея. Да, я думаю, что у нас в форсированном варианте ферзь довольно неплохо спрячется на поле a2. Как думаешь? Слушай, может быть, дадим спёртый мат в этой партии? Смотри, ферзь на А2. Только если сами себе. Слушай, ну так же нельзя играть в шахматы. Ну да, вообще нежелательно, если честно. Да, он Е4 хочет провести, придётся глубокую профилактику. Смотри, сообщение в чате.
Ух ты, все, пошли пешки. Пешки Король пошли. на А3 идет. Ай-яй-яй, порвал все-таки, порвал. Что же делать-то теперь? Б4. Не-не, придется идти назад. Слушай, ну наша фигура. Наши фигуры сильны как никогда. Ты не понимаешь. Смотри, у обоих коней появилось поле С2. Это сильно. Надо ограничить. Черт, его-то сильно надавили. Что же делать? Сдаваться. Баррикадируемся. Ух. Он играет широко. Провоцирует нас на коне в 3, на развивающий ход, который ослабляет позицию. Знаешь, ты идеальная позиция, по сути, начальная, да? Ну да. Что в ней меньше всего слабости. Вот он заставляет нас испортить нашу начальную позицию. Слушай, ну нет же угроз у черных, реально нет. Да нет, я знаю, 500 раз уже мат должен был быть. Так, ну может уже повезем коня на А3 или нет? Давай. Потому что уже наверное, потихоньку становится объективно безнадежно, если честно. Слишком, но... Ну ладно, ведем коня тогда. Еще надо на ему сейчас найти какой-то удар, он его, может, не найдет. А может быть, он и не проходит, кстати. Солнце 4? А, вот, конь С4. А что будем, если мы возьмем? Соперника дает там вторую фигуру. А, так, ну тогда мы можем отличную позицию ферзем на один занять. Конечно, теперь у ферзя просто нет полей. И убираем короля. Из-под смертельной связки. Да, и потом слон А3, король Б2, и король прячется. И флаг рубится. Да какой флаг у белых в позиции перевес? Разве не видишь? Конем. А, так, все защищено. Ой. Я на полном серьезе говорю, что у белых сейчас по позиции перевес. Так, нужно немножко побыстрее играть. Так. Эффект идет на E4. А, мы на 3. Получаем, мы мат не получаем. Все под контролем. В. Чайные движения. B6. Одна идет ферзи. Б7. Конь C5. Защищаем проходную. Он нам ее отдает. Забирает у нас ее наоборот. Ну и мы даем. Выигрываем по времени. Лишний. Да. Блестящая победа. Всем спасибо за внимание. До новых встреч.